Ильгар. Байрам. По национальности мы азербайджанцы. Азербайджанцы. Проживаем в городе Тбилиси. Исконные жители, старые жители города Тбилиси. Ну, наверное, пятое или шестое поколение, не знаю. Да. Поддерживают только мир и мир. Есть люди, которые вот провоцируют вот эту систему, которая вот уже 30, больше 30 лет происходит на нашем маленьком Кавказе, нашем Кавказе, что вот то же самое происходит и в Грузии, то же самое в Азербайджане, то же самое в Армении. Опять. Я лично азербайджанец. Сегодня есть возможность, знаете чего? Просто сказать, что хотим мира, и давайте будем жить в мире. То есть, зачем делить что-то? У меня двоюродный брат живет в центре Баку. А вы знаете, что ему сейчас 65. У него самые близкие друзья были армяне в Баку. Ильяр, так можно говорить, что армян плохой или азербайджанец плохой? Или народ никто плохой. Не имеет права. Кто плохой? Ну, я знаю, что хочу сказать. Это было и в 19 веке, и в начале 20 века, что произошло, все откуда идет. Это все означает, что мы на Кавказе были неучи. Управлялись Англией, Европой, потом в 20-е годы уже управлялись Россией. Это вот довели нас до этого. Они нам не давали, это все их. Недавно приехал человек с Армении, из этого Алаверди. Приехал человек, армянин. Не знал, кто я по нации. Ну, просто по делам приехал, что-то купить хотел. И что-то есть, заговорились. Он говорит, ты кто по нации? Я говорю, азербайджанец. А ты откуда? Он говорит, я армянин из Алаверди. И он, знаете, что мне сказал? Этот человек что сказал? У нас, говорит, у армян и азербайджанцев очень много все общего. Правильно. Он мне сказал. Выдаем девочек, как вы, молодые девочки, замуж даем. Это все мы у нас единое. И в музыке, и когда у нас все стол накрывается, кухня, у нас все одинаковое. Уважение к старшим, ко всему. Да, мы в Грузии выросли, все, но мы все равно, мы азербайджанцы, понимаете. Да, мы граждане Грузии, мы по-грузински чисто говорим. Ну вот, понимаете, есть люди, это все у нас нету обучения. Столько лет. И вот нами управляют. Последние годы Москва, а до этого Англия и вся эта Европа. Вот нами управляют, что Кавказ очень такое дорогое место земли. Кроме Соединенных Штатов, поверьте, я всю Европу объездил от и до. С Норвегии начиная, с Греции заканчивая, Саудовская Аравия, везде. В Турции, что есть демократия и без национализма, да. Но есть определенная масса, которую вбили в голову вот этот 15-й год, и вот этим живут. Там тоже, что армяне нам враги. Тогда, когда мы воевали с Европой, армяне нам сзади ударяли в спину. За это было это переселение, но, опять говорю, давайте все, что было, оставим. Ну, в 1941 году была война с фашистами. Самое главное, знаете что? В Грузии, в Тбилиси и во всей Грузии армяне, азербайджанцы, друзья. Я говорю, ты не решаешь ничего. Была война 1941 года, Отечественная война. Да? Мы все знаем по истории все. Германия что натворила? Да? Свыше 70 миллионов по миру было уничтожено людей. Но закончилось же это. Давайте, кто был, что был, закончим на этом. Ну, было. Такие люди, как мы, как вы, молодежь, вот идете сегодня, да? Признаем, ну хорошо, было. Плохие турки, плохие азербайджанцы. Все понятно. Ну, закончим. Смысл? Объясните продолжать это. Никто ничего не выигрывает. Смысла нет. Наоборот, плохие силы, черные силы на этом зарабатывают, выигрывают, а мы грызем. Вот Германия и Россия. Сегодня были до этой начала украинской войны. Одна из ближайших стран была Германия для России. Та Германия, которая больше 27 миллионов уничтожила граждан СССР. В том числе мой дед, ваши предки тоже участвовали в этой войне, моя родная. Поэтому, ну хорошо.
Я всегда говорю, я поддерживаю. Все, армяне правы, было. Ну это же было, ну закончилось. Ну когда-то же мы должны прийти. Что это надо закончить? Ну хорошо, были плохие, турки плохие, вырезали армян. Правильно, молодцы. Азербайджанцы плохие, в 90-е годы вырезали армян. Понятно, закончили. Хорошо, есть Бог, есть история. Все, давайте жить дружно. У нас даже есть желание поехать в Карабах и познакомиться с людьми, независимо от того, армянин, азербайджанин, что, просто посмотреть там, и посмотреть, на самом деле, Карабах, что это такое?